Добрый день, меня зовут Дарья Минеева, я куратор курса Renew практикум по реконструкции зданий в архитектурной школе Марш и главный архитектор бюро Kleinwelt Architecten. В прошлом году мы делали этот курс совместно с бюро, в котором я работаю, Kleinwelt Architecten. В этом году партнерами курса является архитектурная группа ДНК. На наш курс мы ждем людей, которые заинтересованы в реконструкции. Это архитекторы, это люди, которые работали или хотят работать в службе заказчика, которые занимаются исследованиями. Собирается удивительная междисциплинарная команда, которой есть что обсудить внутри себя. Поэтому у нас произойдет не только разговор монологом, но мы рассчитываем очень на интересный диалог. Кейсом для этого года будет соседняя с нами территория завода «Плутон». Абсолютно реальный кейс с действительно реальным заказчиком, с действительными запросами от него. Мы пройдем весь путь от градостроительного исследования через масштаб архитектурного здания к деталям и материалам и интерьеру. Основная задача курса – рассказать не про памятники архитектуры, а про здания и территории, которые можно было бы снести, но мы почему-то это не делаем. Что нас держит? Вопрос экономики, вопрос памяти. Обычно они задаются заказчикам на самых первых этапах проектирования. И в зависимости от каждой конкретной ситуации ответ уникален. На сегодняшний день не так много территорий осталось в городе незастроенными, поэтому в будущем, через 3 месяца по окончании нашего курса или даже позже, нам предстоит очень много работать именно с существующими зданиями. Не строить в голом поле, хотя такие возможности обычно предоставляются, но работать с тем, что уже имеет память, что уже имеет некий материальный конструктив, имеет какой-то образ. И обычно это очень интересный путь, это путь исследования, даже несмотря на то, что это не списочный памятник, который охраняется государством или городом, или регионом, а это здание, которое почему-то в него не вошло. И в наших силах отнестись к нему не только как к памятнику, но самому принять решение, что из этого ценно, а что нет. Наш курс начинается 27 марта, и если вам с нами по пути, мы будем рады увидеть вашу заявку на нашем сайте и устроить знакомство в школе Марш.